Бомжик добрался и до Красной площади. Бомжик в Москве. Посмотрите, за мной там Ленин лежит. Там вот Спасская башня. А как там его? Похоронен там Василий Блаженный. Во. Храм Василия Блаженного. ГУМ-каток. Тот самый ГУМ, государственный универмаг. Вечер, ну, красиво, наверное. Холодно тут сегодня. Не то, что в Риге. А то я долго не выдержу гулять. Радуюсь полчаса и поеду. Вечный огонь. Ты же Фрайдис. Идиоты. Сижу в аэропорту Шереметьево. Уже 1 час прошел примерно. Кстати, громадные, очень хорошо сделали, сзади курилка. А в другом здании, где я должен находиться, там курилка вообще открыта. Там народ курит около определенных мест, все идет наверх. Вот, а мне скучно стало, пошел гулять дальше по другим залам. Нашел зал, купил 5 пива за 10 евро, на всякий случай. А еще с чижиками познакомился. Они в Бангкок, потом в Паттайю летят. Судили Паттайю с ними. А еще я ходил по аэропорту, пытался спрятать свою куртку, чтобы выкинуть, потому что у меня куртка есть своя, которую я хотел выкинуть, потому что мне она больше не нужна. И так как начали люди думать подозрительно на меня, я сказал, что вот хочу куртку выкинуть, еду в теплые места. И меня заставили отдать куртку уборщицы, чтобы не кидала мусорник. Такие вот дела. А еще у них прикольная тема, можно бухать в аэропорту. Я подошел к чижику, говорю, можно будет пиво от этим попить? Говорит, не парься, пей так. Тут все пьют. Тишина, спокойствие. А, девчонки со мной в Гуаент. Нормально нарядиться, так и поехать. Молодцы. Респект. Бухают. Не лазят. Просто хотел поснимать, что очень много. А, вон наша невеста, кстати, летят. Короче, сели мы в самолет, тут нам заявили, что потому что мы не можем приземлиться раньше в Гоа, мы должны подождать здесь 45 минут или 40. Вот мы все вот у нас 208 человек. Упс. За неделю ничего не снимал. Вот я у новых очередных друзей казахских. Скажи привет, Рига. Привет, Рига. В гости зашел. Нам поторапливаться надо. На этот. На закат, да. Айгуля. Чё? Здесь они ждут. О, она голенькая там, да? Хорошая.
Даник и дети. Он потерялся. Не, он не потерялся, он со мной. Да он просто издевается. Ой, домашний. Видишь, он домашний. Да. Ну, не бойся ты. Ну. Не касается. Он же мальчик, как ты. Ты девочка. 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 Ну, догоняй. Мама! Стой, мам! Не надо заплатить твои бати. Не надо. О, больно же собачке палочкой-то. Конечно, напугали собачку. Хрюшка. Хрюшка, ты какие-нибудь команды знаешь? О, лежать. Лежать? Среагировал. Лежать. Лежать? Голос? Голос? Хрю? Все. Ой, как нравится, аж глаза щурятся. Вообще как нравится. Хрюх. Ох, бекон, я чувствую, будет хороший. Коренных алматинцев. Привет. Ассаламу алейкум. Коренные казашки. Давай. Да. Коренные казашки. А вы текст умеете говорить? Вы тоже Латвии привет передайте. Какой-нибудь. Если текст где-то записан, привет... В голове. Привет, штраны шашпротами от алматинцев. Вот такие разные, страны такие у нас голубые шпротов. Глаза. По четверо глаз, по человека там было. Ну, привет вам, что мы можем сказать? Тепла. Тепла. Куанского. Мира над головой. Толерантности казахи всем советуют, как без этого. Да? Ты что-нибудь скажешь? Чтобы вот такие вот люди мира разъезжали везде. Peace to peace. Мир, дружба, жвачка, больше ничего желать не хочется. А, я встретил моего друга, вот он, кстати, сзади, спиной стоит. Это сам для себя говорю. Он меня обслужил в прошлом году, и он меня обнял, растрогался, спросил, как у меня дела, почему я один. Я не один. Это мой дом, кстати. Я еще не снимал, уже неделю живу. Называется «Варамболи в чистом поле». Вот мой хозяин там по вечерам поливает огород. Сказали в следующем году приехать. Здесь будут бананы расти. Вот терраса. У меня супер-пупер балкон, где можно голышом загорать. Мои соседи. Балкончик. Коровки пасутся, тут еще. Огородики, вода для душа. Откуда я уже? Да. С Кирстан. Да.
этом. Никогда я не была такой разноцветной. Прямо рада. Даник тоже красивый. Нравится мне эти мошкара. Пол второго ночи Даник приехал домой. Не фотографируй меня. Я видео делаю. Очередные гости приехали ко мне. Во. В моем дворике что происходит? Очередные москвичи приехали. Третий раз мы встречаемся в Гоа. Прям удивительно. Этих я не знаю, правда. Знаешь, знаешь. Врет он. Брату я... Брата знаю. Ну, лично не видел. Ну, говори давай. А что сказать? Ну, как ты сгорела, как отхолили тебя сегодня. Ну вот, как отхолили-то. Видишь, у меня все в тему. Вот такой загар. Видишь, под цвет все. Очки остались белые. Да ладно, да. Едем сегодня на специальный пляж, который находится далеко за Парадайзом. Потом, как всегда, проснулись в 7 утра. И вот едем. Шути. Этот пляж открыли от Парадайз Бича вчера в 10:15 еще. О, нет, вообще никого. 15-20. 15-20. Сюда здесь волны больше, чем обычно. О, там народ. Чё? Народ. Говори. Таня очень крутой суп. Нет, суп, да. Три гренки. Мы оказались второй раз вот в этом замечательном кафе. Отлично. Вот там Раджали. Мы загорали. Ты
Сейчас дойдет до улыбок. И раз, два. Улыбайся. Эй, макака. Мы маленькие любители кино. У нас сегодня был очень долгий трип с моими новыми друзьями и старыми. Ездили очень далеко за Paradise Beach, километров 15, на прекрасный пляж, который вы видели. Потом еще на какой-то пляж. Теперь наконец добрались до Paradise Beach. Будем осматривать очередной раз форт. Red. Red. Леди Форд, два. Скоро будет закат, надо успеть на паром. Да. Как мозги это. Вау. Фильм «Чужие». Жесть. Воздух не двигается вообще. Да. Два брата. Давай сфоткаемся. О, кто-то уже понаписал. Чего там? Там тут подводное течение. Подводное течение, да. Реально. Она то есть... Я все понял. Собираемся ехать. Да, мы собираемся ехать. Лангут, гуд, гуд. Конкретно я еду туда. Туда шлепочки, вот перчатки. Даня, зачем едешь туда ты? Ну там знакомые есть, и может быть с ними поедем. Если я выдержу. Место называется Ка-ка-ка. На горочке, которая. На горе клуб. Мажорный. Вот мы с Танюськой Лопатуськой в моем любимом месте решили выбраться из Арамболя. Арамболя. Другую часть Гоа. Сегодня, видимо, вечером зависаем здесь. И вот, как всегда, Даня в окружении женщин. Да, любимец женщин, боже мой. Выбрался на закат. Что, видеорегистратор, что ли? Надо же пацанам показать, как я классное время провожу. Надо позвонить. Ну, ржите. И вот я последний день в Гоа. Завтра я, Таня, Аня уезжаем в Дакарну.